Дети, вы просто чудо! Ваша очередь! Ай! Пошевеливайся давай, дедуля! Ой, ты выглядишь уставшим! Ю-ху! Получилось! В чем дело? Ты вдруг испугался грязи? Нет, только болтаться на тонёсенькой верёвке. Я знаю! Надо мыслить креативнее. Так, ладно. Прекрасно, субъекты приближаются к холму. Откуда этот ветер? Я не знаю, он очень раздражает. Гвен, осторожно! Я вас держу! Спасибо, сумасшедший ветер, да? Слишком сумасшедший. Все это очень странно. Он взялся ниоткуда. Надеюсь, с дедушкой все хорошо. Опять эти ребята. Вероятно, наблюдают за чудом вроде ползущей по листу гусениц. Привет еще раз. Присоединитесь к нам в поисках нового дома для этой осиротевшей тли. Нет, спасибо. Обойдусь. Ха-ха, чудесно. Кстати, для своего возраста вы отлично справляетесь. Ладно, дети, побежали дальше. Я перелечу туда и покажу тебе мой возраст, осиротевшая тля. Мне кажется, или становится холоднее. Что это? Странная погода, жалкая попытка маскировки. Кажется, я знаю, кто за этим стоит. Ну, конечно. Ты уже давно сидишь за усилителем. Когда будет моя очередь? Ты прав. Мы еще даже не запустили молнию. Я только начал и не могу сосредоточиться под вашу болтовню. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Что это? Простите, что помешал, повелители погоды, но ваша вечеринка окончена. Это вряд ли можно назвать вечеринкой. Здесь совсем нет воздушных шариков. Помолчи. Вы должны вернуться к гонке. Зачем? Чтобы вы испепелили нас своим лазером? Это не лазер. Это усилительная сфера, разработанная для расширения радиуса наших сил. Тогда зачем все эти мониторы и угрожающая красная кнопка? Мы всего лишь собираем данные о человеческих эмоциях, чтобы лучше понять, как их использовать. Гонка разработана так, чтобы вызвать у ее участников максимальный диапазон эмоций. Я люблю красные кнопки. Зачем вам нужны данные об эмоциях? Как бы слабо и человечно это ни звучало, мы пришли к выводу, что наши предыдущие миссии провалились из-за недостаточного эмоционального понимания. Человеческая эмоция за пределами наших возможностей. Ух ты, это вообще-то довольно... Кажется, она не договорила. Правда? А я и не понял. А я только начала им сочувствовать. Это нужно немедленно прекратить. И ты должен... Нужно остановить этих погодников, или кто-нибудь пострадает. За дело! Я готов зажигать! Спасибо. Скажи, а ты не мог забросить нас чуть выше? Чудесно. Пора платить этим погодникам их собственной монетой. Что-то я перестарался. Ой, мне лишь надо прилечь на минутку. Все системы отключены, это был наш последний шанс. А это значит? Они кого-то пришлют скоро.